Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. Продолжаем «Золотой колос». И у нас на балансе есть дохренища денег, а на самом деле сейчас их может стать еще больше. Позапрошлой серии, друзья, мы с вами собрали вот эти вот льняные тюки, и я их тогда не продал, потому что была занята у нас ткацкая фабрика, а сейчас она, точнее, не занята, закрыта рано еще была. И в прошлой серии, соответственно, она тоже была рано закрыта. А сейчас имеет смысл продать эти самые тюки, тем более, что деньги нам нужны, хотя вроде как они и есть. Поэтому давайте, в общем-то, их и продадим по-быстренькому. Вот так вот. Итого на балансе у нас теперь 3 миллиона 52 тысячи. И эти деньги, друзья, я хочу потратить на новую технику, в общем-то, обновиться по полной, посмотреть, что нам надо, а что нам не надо. Наверное, полевых работ у нас сегодня никаких толком не будет. Да, друзья, прошел у нас стримец, и продали мы все урожаи, и замечательно теперь все. Но это ладно. Как у нас тут маршрут идет? У нас он идет по-другому, поэтому давайте мы отправим его на парковку и посмотрим, какая техника у нас вообще есть и на что мы будем тратить наши деньги. Значит, что у нас есть? Во-первых, у нас есть GCB-шка с вот таким вот полумаленьким прицепчиком. Они занимаются... Возилка, короче, такая вот. Это я хочу оставить. Далее, вот такая вот у нас есть сажалка. Ее я тоже хочу оставить. Не знаю, имеет ли смысл покупать под нее свой трактор. Дело все в том, что я хочу, чтобы у каждого прицепного устройства был свой трактор. Далее, друзья, вот эти вот косилки отпахали нам верой и правдой, но мы их продадим. Я хочу купить... Да, в принципе, даже сразу начнем. Я не буду возить это все дело в магазин. Продаем вот эти вот косилки. И хочется мне купить самоходную. Вот такую вот. Классную прям. 380 тысяч, зараза, стоит. Короче, покупаем ее, во-первых. С этим понятно. Далее, вот этот наш маленький трактор. Он будет справляться с опрыскивалкой в саду. И, в принципе, он хорошо справляется с ворошилками и волковалками. Его я трогать не хочу. Есть у нас еще две вот таких вот чизель-культиватора. Мы довольно редко ими пользуемся. Но хотелось бы, чтобы у них был свой собственный трактор. Поэтому, наверное, имеет смысл его купить. Вообще, мы пока что одним чизелем пользуемся. Наверное, давайте купим один трактор под этот самый чизель. 140 лошадок требует чизель-культиватор. Давайте найдем какой-нибудь трактор на 140 лошадок, которого у нас еще нет. Фиат, кстати, хороший выбор, но... Вальтра есть вариант, 145 лошадей будет его тягать. Риджи Трек, тоже, кстати, интересный вариант из Альпов. У нас никогда его не было. Вот давайте вот его и купим под чизель-культиватор. У нас такого трактора еще не было, его можно перекрасить. Мы его перекрасим в... Блин, а какого цвета там чизель, точно, чтобы знать. Мне кажется, он ярко-желтого, больше под Джон Дир. В общем-то, берем. И замечательно. Расходы на воду, новая техника. Да, вода, это у нас рисовые поля наполняются. И, в общем-то, дружище, давай-ка мы тебе сразу подцепим. У нас тут их два, на самом деле, этих чизеля. Ух ты, у тебя еще колесики поворачиваются оба. Прикольно. Да, по цвету он, кстати, почти подошел. Есть небольшие отличия, но все равно все нормально. Да, вполне себе выглядит. Да, чуть-чуть он более такой яркий, что ли, насыщенный желтый. Это, в общем-то, есть. Погнали далее разберемся, что нам еще надо. Комбайн, друзья. Вот не знаю, комбайн вроде как пока что со своими задачами справляется. Вообще была мысль этот комбайн перевести к рисовым чекам, построить там ангар и выкупить остальные рисовые чеки. А на другие большие поля купить комбайн побольше. Но пока у нас нет ни рисовых чеков, ни ангара, ничего. Также, друзья, есть у нас еще вот такая вот сеялка. И сеялку я хочу обновить. Она медленно работает. Трактор этот мы оставим, а сеялку продадим. Трактор, друзья, у нас будет... прицепим его вот к этому вот контейнеру. Вот, они, короче, будут такой вот парочкой работать. Мне кажется, вполне себе нормальная схема. Контейнер я обновлю на днях. У меня ливрейка на него красивая была. Поэтому вот так вот. Соответственно, доходы от продажи урожая. Это у нас продался грунт обогащенный. Сеялка. Служила нам верой и правдой. Мы ее тоже продаем. И нам нужна новая сеялка. Возьмем чуть-чуть побольше. Я вот насчет двух вариантов думаю. И больше склоняюсь в сторону взять ту, которая у нас раньше и была. Есть вариант, которая... А, блин, перед ней культивировать надо будет по-любому. Тогда берем вот эту. 270 лошадок, ей нужен трактор. Также удобрение и... Культиватор у нее встроен. Короче, универсальный такой вариант. 104 тысячи стоит, 270 лошадок, нужно ей найти трактор. Это будет какой-нибудь средний. У нас на самом деле еще джондиров нету, поэтому вот такой вот джоник, я думаю, это самый нормальный выбор под эту сеялку. Хотя, конечно, лучше бы красный трактор был. Поставим движку чуть помощнее. Колеса...
Задние двойные, балансировка. И давайте вот балансировку колес просто поставим и все. Так что сеялка у нас есть, джоник у нас есть. Косилка у нас самоходная, и, кстати, тюковать она сразу может, если что, оборачивать. Или ворошить она тоже сразу может. Два в одном, короче, делает. Из свободных тракторов у нас еще редко будет использоваться вальтра, получается. У нас удобрялка, если что, может там тюковщик что-нибудь еще подцепить. Но удобрялка у нас редко используется, это известью посыпает в основном. С этим, друзья, тоже все понятно. Далее, что нам еще надо? Нам нужна какая-нибудь хрень, которая будет возить всякие грузы, контейнеры и прочее. И я думаю, что имеет смысл купить мана тяжелого тягача с контейнером, да. Взять сразу комплект большой. Или взять не контейнер, а знаете что? Рефрижератор на 50 кубов, правильно. Контейнер, если что, у нас есть. Мало что, мало для чего он может пригодиться. Хотя, на самом деле, с учетом того, что у нас появился поезд, я мало вижу, для чего нам может пригодиться и этот рефрижератор. Хотя, с другой стороны, рефрижератор-то для мяса нужен. Ну ладно, это мы потом разберемся. В общем-то, в любом случае его тоже покупаем, пускай будет. Пока деньги есть, мало ли понадобится. Вот у нас эта красота появилась. Все это надо будет сейчас на базу перегнать и парковочные места сделать. Скоро уже вот этой штукой придется пользоваться, кстати. Ну и еще, друзья, раз у нас есть деньги, я хочу купить еще состав для поезда с вагончиками для зерна, который хоппер зерновоза. Поэтому давайте-ка мы возьмем наш паровоз и поедем в депо. Купим себе 6 вагонов, которые для зерна. Вот, друзья, приехали мы в депо. Я специально проехал здесь, чтобы вагоны спаунились, и мы их будем цеплять сразу на жопу этого поезда, если можно так выразиться, чтобы эти самые вагоны... Слушайте, а раньше здесь, кстати, монетка где-то была сверху, хотя, может, я ее уже подобрал. Это не пикает ни хренашеньки. Ладно, пофиг на монетку. Вот, я просто этот состав потом и задом хочу загнать в наше депо, в наш гараж, в наш ангар, потому что сегодня нам поезд, по сути дела, не понадобится, но лучше его сразу купить. Итого, нам нужна железнодорожная техника, и будем покупать вот такие вот вагоны хоппер. Их тут есть тоже 3 раскраски. Короче, я рандомно как-нибудь напихаю и... На самом деле, покупка вот этих самых паровозов, вагонов, тоже такое относительно геморройное занятие. Потому что нужно каждый вагон цеплять, отгонять и потом покупать другой. То есть сразу 6 купить невозможно. Короче, давайте тоже таймлапсик, как я это все делаю, чтобы побыстрее было. Вот такие вот пироги, друзья. У нас теперь есть 6 вагонов вот этих хопперов. Мы можем перевозить зерно в большом количестве. 6 вагонов по 94 куба. То есть почти 600 кубов за раз можем везти. Это прекрасно. В общем-то, давайте-ка отправимся тогда в наш гараж. Опять-таки ЖД-маршруты. А, не везде можно доехать, но из депо ферма можно доехать. Где-то вот здесь вот поезда, видимо, ходят. Может, сюда ездит или еще куда-то. Неважно. Но на ферму у нас путь свободен, поэтому полетели. Во, и все. Стоим, не сраль. Вырубаем двигатель, и этот ангар можно закрывать. В общем-то, теперь есть паровозик. Сбылась мечта идиота, называется. Но у нас еще есть 1 400 000. Надо их тоже потратить. И знаете, что нам надо еще купить? Правильно, овечек. Причем покупаем сразу же в оба загона. Здесь надо будет еще молочко привезти. Кстати, насчет молочка, нам надо какая-нибудь херня, которая будет ее возить. Это самое молоко. Овца белая, бурая, черная и еще какая-то. Давайте, ладно, возьмем белых. Я люблю белых овец. Ну, в смысле, не то чтобы я их люблю, но вы поняли. Покупаем 500 в первый ангар, точнее корпус, и 500 покупаем во второй. Отлично. Водичка у них появится, наверное, хотя можно на самом деле сбегать посмотреть, да и вообще можно даже на этих овечек сбегать посмотреть. Это сразу продуктивные овечки, они сразу же будут давать нам шерсть, шерсти будет много. Также они сразу еще и плодиться будут. Надо, друзья, наверное, мясокомбинат покупать. Что-то есть у меня подозрение. Вот они, белые овечки.
С ними, в общем-то, все прекрасно. Где находится водонапорная башня, которая рядом с ними? Вон она находится, увидел. Да, она гудит, значит, она работает. Все нормально, все прекрасно. Но у нас есть еще почти миллион. Из техники, друзья, да. Надо купить нам какую-нибудь херню, которая будет возить молочко. Полуприцеп цистерна. Во, смотрите, какая штука может возить. Причем, кроме молока, она еще может возить всякие там удобрения, гербициды, навозы. Блин, не хочется такое использовать под молоком. Есть еще, конечно, полуприцеп большой такой, но полуприцеп пока нам не сильно нужен. И есть вот такая вот маленькая цистерна. Давайте возьмем ее. Ее можно покрасить? Ее можно покрасить в оранжевый цвет. У нас, знаете ли, оранжевая ферма, поэтому все оранжевое. 10 тысяч эта зараза стоит. И нужен ей какой-нибудь еще маленький тракторенок. У нас свободных нету, но возьмем что-нибудь прям маленькое-маленькое. Вот старую возьмем. Правда, блин, 30 километров всего ездит. 40 километров вот такой вот линтрак. Его, кстати, тоже можно в оранжевый покрасить. Или вообще вот такой. Точно. Хочу вот или... Блин, тут столько классных маленьких тракторов. Все хочется. Это вообще непонятно, какая-то игрушка. У нас такой нету, надо будет купить. Ну ладно, это потом. Давайте сейчас вот такой возьмем. Короче, обычный трактор. 39 тысяч берем. Он у нас будет возить молочко. По сути дела, нам сейчас надо просто отвезти молоко молодым овечкам, которые у нас появятся после ночи. Можно, в принципе, сразу же это-то и сделать. Почему бы и нет. Так, как-то тут неудобно все так стало. Трактор тоже не сильно быстрый. Ну ладно, ничего страшного. Ну вот, здрасте, приехали. И как его загрузить? Или надо крышку открыть? А, конечно, здесь же надо открыть люк. Точно, я вспомнил. Открыть люк, и это молоко будет вот так вот прям наливаться туда. Точняк. Я и забыл про эту фигню. Теперь люк закрываем, и можно это все дело вести. Да, все-таки эта штука прям очень медленно едет. Прям, ну, очень медленно. Так, где-то здесь у нас идет разгрузка молока. Вот она, здесь выгружать молоко. Мы, соответственно, его выгружаем. Я думаю, один раз сейчас хватит. И этого тракторенка мы даже прямо здесь бросим. Пускай стоит. Я потом разберусь, что с ним делать. Может быть. А мы, друзья, возвращаемся в магазин. Нам нужна еще одна хреновина, которой мы будем не очень часто пользоваться, но... Пока идет закупка техники, мы ее купим. Хотя на самом деле она нам даже сегодня понадобится. Это прицеп для перевозки бревен. Вот такой вот, 12-метровый. Я пока не буду покупать ему отдельно тягача. Я думаю, с помощью мана мы справимся это все дело перевести, когда нам надо будет. Потому что, ну, работы нету. Ни тонару, ни лесовозу толком. Поэтому это мы пока трогать не будем. Это раз. Кстати, тонар умеет возить брус, кто знает? Или для этого обязательно нужен контейнер? Тонар, скорее всего, не умеет возить брус, поэтому, да, нужен контейнер. Как-то прям в начале идет. Ну ладно, ничего страшного. Я, друзья, знаете, что еще хочу сделать? Во-первых, вернемся в наш садик плодовых деревьев. Тут у нас скоро все будет хорошо, уже скоро даже первый урожай будет. А есть тут, короче, такая механика интересная. Постройка завода. И я, в общем-то, думаю, что надо его построить. Поэтому давайте мы посмотрим, что нам для этого надо. Завод соков и джемов. 60 кубов бруса, 180 кубов стройматериалов, дохрена бетона, песка, гравия. Ладно, давайте заказывать. Чё? Для этого, правда, надо прямо идти в строительную фирму и заказывать стройку. Она стоит дорого, но ничего. Завод соков и джемов оплатить. Строиться будет долго. В общем-то, нам нужно туда привезти стройматериалы и брус дохрена. Для этого нам нужно 4 контейнера больших. Мы их, в принципе, купим. Контейнеровоз. Ай, контейнеровозы можно, проблема. Контейнеры можно, кстати, разных цветов взять. Один оранжевый, например. Один, давайте, цвет New Holland возьмем. И один какой-нибудь серый пускай будет. Вот, нормально. И возьмем 4 контейнеровоза. Тягачи, опять-таки, к ним тоже покупать не будем. Вроде бы я правильно посчитал. Давайте-ка перенесемся в магазин. 3, 4, отлично. Надо будет еще только это дело погрузить потом. Ну ладно, это я ручками сделаю. Не проблема. А насчет стройматериалов, бетона, это все можно купить. Кстати, насчет бетона. Да, бетономешалка, получается, нам тоже нужна. Берем ее. Какая будет желтая, хрен с ней. Она не сильно часто нам понадобится. Ну ладно, купим. Пока деньги позволяют, купим. Вот, насчет, значит, бруса. Я не хочу упарываться деревом. Можно засадить лес, но это 10 дней ждать. 10 серий как-то мне впадло. Короче, я заказал себе бревен. Мне тут на базу их привезли. Очень добрые люди. Если их не хватит, привезут еще, это не проблема. На халяву прям достались. Поэтому эти бревна нужно отвезти на мебельную фабрику и сделать заказ на производство. Нам нужно 60 кубов бруса.
Брус, кроме как в контейнерах, хранить негде, поэтому закажем пока ровно 60. Заводы, мебельная фабрика. На заказ на производство нам нужен брус. Соответственно, чтобы получить 60 кубов бруса, нам нужно 80 кубов древесины. На всякий случай закажем один лишний литрик. И 80 кубов древесины нам нужно, да, заказывать этот литрик. Мало ли что случится. Ладно, если что, потом ручками подправим. 11 тысяч это будет стоить, и 4 часа уйдет на работу. Теперь у нас есть 1 час на доставку сырья, и погнали этим займемся. Выгоняем отсюда наш ман, и погнали возить бревна. Прицеп этот у нас с автопогрузкой, что замечательно. На правую сторону все это дело мы переносим, и кнопочка B у нас старт автопогрузки. И все, бревнышки полетели. Сейчас мы сюда все загрузим. Я думаю, что нам надо 2 раза будет съездить. Во, на второй полетели. Все, и больше не достают. Ладно, подъедем, не проблема. Мне кажется, нам сейчас бревен здесь не хватит. Есть у меня такое подозрение, кстати. Ну ничего страшного, привезут еще. Все, больше не лезет? Лезет еще и как. Больше, я думаю, не надо, потому что они и так сваливаться будут бревнами, и так ехать тяжело. Сейчас будем играть в игру Ураниман. Обычно на стримах люди, когда я такой вот занимаюсь постоянно такой херней, люди даже счетчики ведут, сколько раз я прокинулся. Вот так вот. Погнали на мебельную фабрику, отвезем эти бревна и посмотрим, сколько мы привезли и сколько нам еще надо. Прикиньте, доехал и даже ни разу не перевернулся. Какой я молодец. Подъезжаем, выгружаем бревна, они отсюда свалятся все сами сейчас на раз-два. И как-то их прям очень мало получилось. Какие-то пустые бревна у нас. Сколько мы привезли? Мебельная фабрика. Мы привезли всего лишь 31 куб. Нужно еще до хрена, и у нас столько нету. Значит, оставляем пока их здесь. Сейчас я позвоню товарищу, чтобы он привез бревен. Он пока будет везти, мы еще кое-что сделаем. Смотрите, друзья, у нас тут развернулась вот такая вот строительная площадка, довольно-таки большая. Надо сюда проложить автодрайв для бетона. Где у нас тут вообще проходит какой-нибудь маршрут? Прям триггер для бетона. Бетон, короче, да. Как вообще происходят стройки, если кто не знает. Опаньки, монетка. Прям жопой подобрал, нормально. Так вот, короче, нам нужно будет вот сюда вот высыпать бетон, вылить точнее. Куда-нибудь в свободное место высыпать песок, гравий. И в эту зону, которая помечена желтым цветом, поставить контейнеры с брусом и стройматериалами. В 8 утра стройка начнет свою работу, поэтому до 8 утра нам надо все это сделать. Но бетон, в общем-то, возится довольно долго. Если в 6 часов начинать, он может за 2 часа не успеть, потому что его надо довольно много. Поэтому я думаю, что имеет смысл сделать это прямо сейчас. И для этого надо проложить маршрут автодрайва, потому что сам я под 13 кубов ездить прямо вот вообще не хочу, от слова совсем. И мы можем, короче, да, вот здесь вот сделать ответвление и начать отсюда вот запись маршрута. И вот с этой точки мы это все дело сейчас здесь соединим. Вот так вот, бздынь. Нормально, он сможет сюда проехать. Ну, в теории он должен будет справа здесь выгружаться. Я немножко цепанулся. Нехорошо получилось. Блин, я прям даже застрял. Нужно аккуратно, надо очень близко подъехать, но не цеплять вот это все дело. Давайте вот эти точки мы постираем. Лучше, конечно, вообще поворот сделать начально. Все, вот эти вот точки мы постирали и нормально. Сделаем еще одну попытку. В клавиатуре вообще неудобно. Так, давай, вот отсюда эту точку мы соединим. Вот с этой. Должен будешь попасть. Вообще, в теории, он должен будет здесь вот выгружаться. Хотя, честно говоря, триггер какой-то появился, метки. Непонятно, они работают. Можно, в принципе, проверить. Загрузить сюда бетон. Поставить сторону разгрузки направо. И да, он прекрасно видит этот триггер, поэтому бетон мы выгружаем. Он его здесь увидит. Проблем с этим не будет. И вот на эту точку... Блин, как-то она прям очень далеко получилась. Это можно будет пододвинуть, не проблема. На эту точку делаем метку, локацию выгрузка бетона. Или просто бетон. Потом надо будет это стереть. И далее мы это все дело соединяем с
нашей основной сетью. И в теории это все должно будет работать прекрасно. Давай, вот отсюда, вот сюда ты присоединяешься. Вот эту точку мы таки пододвинем чуть поближе вот туда, и будет нормально. И значится, что мы делаем далее, правильно. Бетон, загружаешься, блин, где-то была... Вот, загрузка бетона есть, осталось у нас. И выгружаешься на бетон. Надо только еще посчитать, сколько тебе поездок надо сделать. 90 делим на 13, получаем 7 поездок. Ну, чуть меньше, конечно, но здесь есть только число 7. 7 поездок и все, поехал, иди вози. Единственный косяк, конечно, каждый раз после того, как он будет забирать бетон, нужно будет покупать бетон по новой. Все остальное мы привезем уже завтра, а бетон сегодня. Хотя где-то я когда-то что-то мне попадалось, то ли вопрос кто-то задавал, что бетон может исчезнуть. Будет обидно. Вот заодно и проверим эту теорию, что он, если долго будет в этой емкости находиться, он может исчезнуть, типа застынет или еще что-то. Так что вполне возможно, может быть, это так и работает. Я с таким не сталкивался. Я, как правило, вообще всегда в 6 утра начинаю вот серию, когда... Так, нам не сюда, нам... Где у нас? Вот здесь у нас покупка. 13 кубов мы покупаем за 3000. И все, пускай едет. Вот, я обычно в 6 утра начинаю всю эту развозку и с такими проблемами никогда не сталкивался. Посмотрим, что будет, если привезти бетон заранее. Ну и далее, друзья, мы возвращаемся к нашей вот этой вот возилке. Я тут позвонил товарищу, он мне привез еще бревен. И я попросил его привезти их прямо вот сюда. Он, короче, их здесь вот выгрузил. Поэтому наша задача тупо их перетащить на мебельную фабрику. Надеюсь, что их тоже хватит. Я их как бы заказывал, но знаете, он не говорил. Я просто сколько штук сказал привезти и все. Ну, в общем-то, сейчас посмотрим. Сейчас мы загрузим их и посмотрим, хватит нам или не хватит. Надеюсь, что хватит. Знаете, вот сюда вот как-то так вот припаркуемся и... Ой, я чуть геймпад не уронил. Давай, насыпай мне тут по полной. Так, хорош. Блин, есть у меня подозрение, что не хватит нам этих бревен. 30 штук, 18 и 2 тонны. Вроде как, типа, по весу они тоже нормальные. По объему что-то как-то тут прям их очень мало оказалось. Я на отрадной долине. Вот такой вот прицеп. Там было 150 кубов в таком прицепе. Это, видимо, от карты зависит. Значит, выполняет производство. Слушайте, вот сейчас их оказалось прям хватало. Плюс еще продано много. Как это работает, я без понятия. Ребята, уж извините. Я, кстати, на викторине был вопрос на эту тему. В общем-то, мебельная фабрика. Осталось произвести щипобрус. Мы помним, что 4 часа он будет это делать. Фабрика у нас работает до 19.00. Так что в 18.50 как раз перед закрытием я смогу это все отсюда вывести, забрать. А можно даже напоминалку себе поставить. А в 18.53 забрать брус. Хотя вроде как должна быть уведомлялка, что производство закончено. Но я, знаете ли, могу забыть. Не помню. Вроде как это работает. Ладно, этого товарища мы тоже здесь тогда оставляем. Бетон, кстати, у нас загрузился. Поэтому, во-первых, имеет смысл пойти купить еще бетона. Побежали, в общем-то, это сделаем. Как я быстро могу бегать. И каждый так сможет. Так, бетономешалка, давай уезжай. Она относительно долго ездит, конечно. 13 кубов бздынь. Готово. Это второй мы купили, получается, из 7. Так, ты у нас делаешь все. На самом деле, мне почему-то очень хочется потратить просто еще денег. Да, кстати, что нам еще надо купить? Нам нужно купить удобрение. Я таки решил, что раз у нас сеялка удобряет, то хочется мне поудобрять. Поэтому надо купить немножко удобрений. Сколько их вообще мы можем хранить? Сколько мы их можем купить? Их можем купить до хрена. Они, зараза, дорогие. Сколько мы на базе их можем хранить? Хороший вопрос. Склады, ферма, удобрение. 126 кубов. 126 кубов купим. Кстати, это может нам стоить кучу денег. Не так дорого они стоят. 126 кубов мы покупаем, 72 тысячи мы на это тратим. Ну, конечно, немало, но как и есть. Надо это дело тоже, кстати, отсюда перевезти. Кто у нас поедет этим заниматься, а? Вот ты поедешь. Я хочу, чтобы ты возил удобрения. Ты вроде как умеешь это делать. Соответственно, ты едешь на садовый центр за удобрениями, а разгружаться ты будешь на база семена выгрузка. И возить ты будешь удобрения, как ни странно. Удобрения. Это у тебя получается 6 поездок ровно, полной загрузки. Мы тебе их 6 и ставим. А также сделаем автогруз, чтобы все было четко. Загрузите со склада удобрения на садовом центре. Количество выполнений 6. Радиус поиска пока будет 20. И говоришь мне о том, что ты молодец. А также выгрузить в склад, опять-таки, удобрение на ферму, те же самые 6 раз. Вот такой вот простой алгоритм. Ну и давай катайся. После того, как он это все отвезет, он приедет и припаркуется сюда. Вот так вот я люблю вот эти вот механики. Здорово. Так, меня еще интересует, будет ли выгружаться у нас бетон. Поэтому побежали, посмотрим. Он как раз уже едет, уже довольно близко.
Бетономешалка мешает бетон, а бригада строителей кушает самогон, да. Но, кстати, дождь ожидается скоро. Через 3 часа начнется. И, увы, он будет довольно долго. Может, короче, цепануть нашу уборочную, которая запланирована на следующее утро. Будет не очень хорошо. Так, бетономешалка, давай, мы тебя ждем. Да, тут очень крутой поворот, поэтому он очень медленно здесь поворачивает. Это, в принципе, нормально. И здесь тоже такой такси поворотик. Вот нравится мне то, что автодрайв может скорость регулировать, чтобы не прокинуться. Но иногда он работает прям очень медленно. Но, по крайней мере, он не прокинется. С маршрута не собьется. Хотя бревновоз, например, может спокойно лечь на бок. Так, триггер вроде он словил. По крайней мере, увидел. Оп. И пошла разгрузка. Отлично. Все, это дело у нас работает. Пускай он возит бетон. Он красавчик. Значит, с утреца надо будет заехать еще. Хотя, может быть, я это за кадром сделаю, потому что работа неинтересная. Купить, поставить сюда контейнеры с стройматериалами, брус забрать вечером. Песок привезти надо выгрузить. Но это, может быть, я утром сделаю, а может быть, и за кадром. Пока не знаю, еще не решил. Вот, денег потратили мы сегодня много. И вроде как интересное у нас приобретение. Завод у нас построится через 2 серии, скорее всего. И на этом, друзья, я серию закончу. И вообще, кстати, скорее всего, у нас сейчас... Твою мать, опять геймпад уронил. А у нас, друзья, выходит 22-я ферма. Я очень сильно сомневаюсь, что она будет на релизе прям очень сильно крутой, но контент по ней, наверное, надо будет какой-то минимальный делать. И, возможно, больше упор у меня будет именно на 22-ю ферму. Поэтому мы делаем небольшой перерывчик на Золотой Колос. Для спонсоров серии будут продолжать выходить, поэтому, если хотите их смотреть и плюс заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку, которая стоит доллар несчастный. Вот, и в графе сообщества я там публикую все новые серии, поэтому можете, в общем-то, их смотреть. Тем, кто уже подписался на спонсорку, вам огромное спасибо за поддержку. Не забывайте лайкусики, комментарии. Карьеру мы обязательно еще посмотрим. По крайней мере, сады с заводом поиграемся. Плюс разработчики обещают рано или поздно выпустить рыбхоз. И из того, что я подсмотрел у них на трансляциях в Дискорде, закрытых, работа идет полным ходом. Так что, может быть, когда-нибудь это наступит довольно быстрее, чем мы думаем. Вот так вот. Но это я вам по секрету сказал. Вот, эти ребята, короче, доделаются, и встретимся уже тогда утром, когда будем готовиться к стройке. Вот. Всем спасибо за просмотр, лайкусики, комментарии, как обычно. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.